Футбольный турнир памяти главы сельского поселения совхоз имени Ленина Евгения Панова расширяет границы. В прошлом году, кроме футбола, состоялись волейбольные матчи. А этой весной любители настольного тенниса смогли участвовать в борьбе за кубок. Турнир памяти Евгения Панова, первого главы сельского поселения совхоз имени Ленина, состоялся этой весной в пятый раз. Традиционно он проводится в канун дня рождения Евгения Михайловича. В этом году спортсменов, участников соревнований заметно прибавилось. Турнир набирает обороты, потому что посмотрели статистику по годам, да, то получается, что если в прошлом году было 44 футбольных команды, то в этом году их 51. И приезжают с разных районов Московской области. Участие в турнире абсолютно бесплатное. Главное – приобщить людей, в первую очередь детей, к занятиям спортом. Именно этого хотел Евгений Панов – дать возможность ребятам реализовать себя, найти дело по душе. Следуя его наказам, развитию спорта в сельском поселении уделяется много внимания. У нас сейчас фитнес, бокс, карате, и везде заняты дети. В скором будущем турнир памяти первого главы поселения может перерасти в спартакиаду. Начиналось все с футбола. В прошлом году впервые провели соревнования по волейболу. А сейчас и мастера пинг-понга получили возможность участвовать в состязаниях. Вообще эти важные соревнования, потому что волейбол и футбол намного чаще проходят, к сожалению, чем теннис. Да? Поэтому теннис в скором тоже будет. Борьба за первое место по всем видам спорта, как и в любом турнире, была упорной. После отборочных туров решающие финальные игры, где желание получить кубок демонстрировали все спортсмены. И все-таки главным лозунгом соревнований стал олимпийский девиз. Главное не победа, а участие. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.